Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня на канале не совсем обычный выпуск, а такой небольшой незапланированный видосик, в котором я вам спешу показать одну очень крутую и самую первую пасхалку из долгожданной Far Cry 5, выход которой состоится лишь через несколько дней. Кажется, уже традицией стала возможность завершать игры серии Far Cry всего за 10 минут. Если вспомнить, Far Cry 4 могла подарить нам финальные титры в начале после незамысловатого действия, где нужно дождаться главного антагониста Пейгана Мина, когда тот уходит, а не сбежать. В этом случае, всем, кто не знает о таком исходе событий, можно похвастаться самым быстрым спидраном игры. Far Cry 5 решила не отставать от предшественницы. Ломающая всю драматургию концовка в начале будет доступна, если не надевать наручники на Джозефа Сида, главу культа Судного дня под названием Врата Эдема. В таком случае шериф развернет отряд в сторону выхода, аргументируя действия возможностью выжить. И после недолгой сцены с ругательствами приезжего маршала нас ожидают финальные титры. В противном случае нас ждут десятки наикрутейших часов борьбы за изничтожение культа. Ай, в наручники его. Бог защитит меня. Салага, браслеты на него. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Put down your guns. Take your friends and walk away. We're leaving, Rook. What the fuck are you doing? What are you doing? What the fuck are you doing? Sheriff, get back there. Shut up and listen. You put those cuffs on him. None of us get out of here alive. I will have you all arrested. So be it. Ну а на сегодня это все, поэтому я буду заканчивать. А кому понравился видос, скорее ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Пока-пока!